Для турнирной таблицы нормальный результат. Тем более, что Шериф играл очень-очень хорошо при большой поддержке зрителей. Мы впервые увидели новшество новое, видеоповтор. И вот сейчас бы сидели, разговаривали. Конечно, я бы говорил о том, что почему засчитали, а сейчас уже ничего не скажешь. И я всегда был за то, чтобы видеоповторы как можно раньше были и в нашем чемпионате. Ну, а так, я думаю, для болельщика была очень интересная игра. Побольше моментов имел Шериф. Ну, наверное, закономерная ничья. Ну, я доволен самоотдачей. Я опять же говорю, что доволен тем, что игроки играли... можно сказать, не лучшую игру, но за счет характера они выдержали то давление, которое было со стороны Шерифа. Вот этим я доволен. Но сегодня не впечатлила линия атаки. Перед этим она играла очень-очень хорошо и с командой из «Динамо» Москва и с «Лином» они хорошую игру показали. Поэтому будем надеяться, что наберут кондиции. Очень большая проблема после приезда из национальной сборной. Для нас лучше было бы, если бы мы продолжали бы и дальше играть. Сейчас мы... Ну, такой есть разбаланс определенный. Конечно, Мирончука всегда не хватает. Он наш ведущий игрок. И когда его нет, креатива значительно меньше. Хорош. Мы же на первом месте идем. Очень хорош. Остаться так и было бы замечательно.